Всем знакам зодиака звезды советуют в мае перестать оглядываться назад и вспоминать важные моменты из прошлого. Ностальгия может помешать двигаться вперед и строить будущее. Овны, у вас в последний месяц весны на первом плане будет практичность. Это отразится на дальнейшей работе и финансовом положении. Проекты будут выгодными, но еще один источник дохода поискать не мешает. Вам следует рационально подойти к любым приобретениям. Тельцы, в мае вам будет полезно заниматься собой и своей внешностью. Хороший период для совершенствования и избавления от вредных привычек. Проанализируйте отношения с близкими. Желание выразить свое «я» преобладает, но будьте сдержаннее в этом направлении. Близнецы, вам в конце весны захочется побыть в одиночестве. Это хорошо, ведь можно наконец-то спокойно все обдумать, помечтать и отдохнуть от толпы. Прислушайтесь к себе, интуиция подскажет выход из любого положения. Раки, вас будут окружать друзья, что только в радость. Вы получите невероятную поддержку от тех, кому доверяете и кого цените. Результат от этой помощи будет большой, но и сами не забывайте подставлять плечо своим товарищам. Львы, у вас впереди отличный период для решения профессиональных задач, укрепления репутации, построения карьерной лестницы. Возможно, получение новой должности или изменение статуса в обществе. В личной жизни также вероятны перемены. Девы, для вас главное в мае не упустить шанс на успех. Можно добиться результата во всех начинаниях и завершить прошлые проекты. Перед вами раскроются яркие перспективы, о которых можно лишь мечтать. Но со стороны близких искренняя поддержка гарантирована. Благодаря ей удастся укрепиться в обществе. Весы, в мае вы окажетесь в водовороте общения. С помощью этого получится наполниться вдохновением и мотивировать себя на победу. Ожидаются большие перемены в работе, укрепление авторитета и духовное преображение. Доходы вырастут, в чем заслуга влиятельных людей. Скорпионы, чтобы прийти к успеху в мае, вам необходимо взять на заметку конкретную цель. Нельзя упускать из вида мелочи, нужно работать на перспективу. Стремитесь к сотрудничеству, не выполняйте задания в одиночку. Стрельцы, вам звезды советуют быть увереннее и целеустремленнее в работе, чтобы прийти к успеху быстрее конкурентов. Упорство и усердие в приоритете. Ничто не упадет в руки, если работать без энтузиазма. У вас есть шанс заложить фундамент будущего, так что старайтесь. Козероги, у вас впереди творческий месяц, но для того, чтобы получить признание и показать миру свои шедевры, выбирайтесь в свет. Нельзя довольствоваться только тем, чего уже достигли. Хорошо уйти в отпуск, отдохнуть, попутешествовать и посвятить себя любимому делу. Водолея, вас ждет благоприятный период для восстановления сил и энергии. Не нужно строить далекие планы, приведите мысли в порядок. Полезно провести время с семьей на природе или куда-нибудь поехать. Звезды советуют вам слушать сердце, раскрепоститься и стать самодостаточнее. Рыбы, в мае многие ваши желания сбудутся, как в сказке. Это благодаря тому, что вы настроены на оптимистичный лад. Не поддаетесь хандре и дарите миру улыбку. Разрешаются знакомства, бурное общение и проявление творческих талантов. Всем знакам зодиака май принесет немало позитива и приятных моментов. Звезды напоминают, что стоит поменять свое отношение к происходящему, и изменится вся жизнь. Звезды знают, что говорят.